Всем привет, добрый день, дедиктуэл массера. Девочки, сегодня мы с мамой были на рынке Северный, который бывает по субботам. Я там не была больше 20 лет. Последний раз была там после войны. Вот сегодня немножко закупились. Сейчас все вам покажу, расскажу, если кому-то интересно. Все было в двойных-тройных пакетах. Вот. Выставили на стол сейчас. Так, начнем с молочки. Вот это молоко питьевое. Такие маленькие коробочки. Очень вкусное бывает. Мы пьем и котяток угощаем. Вот это домашнее молоко. Купили у нашей знакомой Румисы. Вот это сыворотка молочная. Муарс называется на чеченском. И домашняя сметана. 4 баночки. Так, что дальше? Купили кукурузную муку, ахар, желтенькую, вкусненькая. Купили потрошки, как всегда, чтобы было с запасом для наших кошечек. Такие хорошие курочки. Курочки по 600 рублей, да, по-моему, были? Я уже цены, честно говоря, забыла. Так. Эту колбасу купили первый раз и сказали, что очень вкусная куриная колбаса. Так, вот это у нас домашний творог. Два должно быть не соленых для сырничков, а один соленый, чтобы чайпалк делать можно было. Так, так, так. Вот это отдельно печень была. Это у нас Белоснежка любит, наша белая кошечка.